Гейку. Вазари. Садись, блин. Андрюха лучше. Да лучше, Женя лучше, Крис лучше. Вот у нас соревнование. Как? Вот не могу понять. Или понимаешь, или вот почему они так быстро ломаются? Кроссы не делают. Не кроссы. Хаки на деле. Бокс, вот и ваш бокс Сергей Анатольевич. Кто? Посмотрите на него. Да я знаю, он мне написал, что он очень сильно больной. Очень сильно больной? Да. Мы уже знаем, как он больной. Кто это? А боже? Макс. Домбровский. Серега Зубак. Послушный. Нет, на следующий. А он не курит. Он только пьет. Он паривает. Бочки стреляет. Тоже дело. Не стреляет, а подбирает. И иногда стреляет. Ну да. Лига, давай последний сбор. Уже, да, последний? Последний, Лига, да? Да, для тебя. Все, хорошо, мы. Да, ну, сейчас последний. Да, я буду последний. Вот, 30 раз у вас, конечно. Как хорошо все видно. Так, опять пол, да? А, Лира, ты попробуй вообще не давать ему. Не сам бросать, а вообще ничего не давать. Держи одной рукой захват. Старайся держать одной рукой. Лили, одной рукой старайся. Рука старается, чтобы стоп поставить. И готов. Стоп. Оп! Стоп. Нет, он правильно сделал, но там рука осталась сейчас. Стоп. Нет. Подожди. Андрюха, ты лучше. Да, нос сломает, руки сломает. Без башни какой. Молодец. 9 жизней. Нет, было больше времени. Андрюха, Дана, помогаешь ему. Я буду 2 часа. Можешь с мамой там.
я здесь сейчас иду, в Лауруму. Как? Лауруму. Ел Лауруму, антрономент по Лордой. То есть вы можете прийти, побегать, покачаться или еще что-нибудь. Гео, время идет. Все. У тебя все хорошо, да? Для мамы хватит. Рука в пес. Только рука, вот этой рукой правой работать. Все хорошо, правой рукой хорошо, а про левую? А левую это... Мате! Есть телефон? Не надо, все, Андрей, хватит, это я говорю, вообще, блин, вот вчера, если вы, например, в кросс побегали, тогда не надо было вчера бороться. 7 километров бегал. А зачем так много? Я не чувствую. Ну, ты все время так бегаешь? Да, 7-10. Еще раз, запомни. Любой отдых через свое тело должен иметь отдых. Отдых или переключение работы. Я работал в санатории строителей. И ко мне ну, в санаторий приходил мужик, который сказал, что он бегает на работу только 7 километров, 8, 9, ну там. Он бегает туда и обратно. Я говорю, что с работы бежит? Он, да, бегу. Я говорю, что? Он говорит, я уже так 3 месяца. Я говорю, имейте совесть. У вас нога, активное сухожилие такое есть. У вас воспалится, и вы не сможете делать это. Да, что вы мне говорите? Через 2 месяца он пришел лечиться, лечить ногу. Все должно быть, то есть не каждый день бегать. Хорошо бегать. Я да. Вопрос, как вы думаете, поучаствовать или нет? Конечно, вы 81. Ну, у меня 80-200, я не знаю. Там килограмм допуска. Да. Можно. Там еще что-то. Тогда щитки буду. А? Тогда должны щитки у вас. Да, конечно, забирают. Хоть 2 щитка забирают. Хорошо. Какие проблемы? Сейчас я скажу. Хорошо. Можно вечером сказать ответ? Да, хорошо.